Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, всем привет, друзья, меня зовут Максим Шубин, и сегодня мы снова делаем ролик по Shadow of Fight 2, а вернее по истории персонажей из игры Shadow of Fight 2. Сегодня путем голосования мы отобрали то, что мы будем сегодня рассказывать про миссис Мэй, а не про мистера Джеймса Мэя из Top Gear или сейчас The Grand Tour или так далее. Ребята, мы огромные молодцы, что смогли набрать целых 212 лайков на момент монтажа этого ролика. Это очень хорошо, это мы молодцы, значит мы продолжаем делать ролики по Shadow of Fight 2. Вы, так сказать, своими лайками спасли эту рубрику. Так что, друзья, тоже давайте наберем хотя бы 200 лайков под этим роликом. И мы делаем историю про нового персонажа из игры Shadow of Fight 2. В общем, ребятки, пишите в комментариях, про кого персонажа вы хотите, чтобы мы сделали новую историю. И, пожалуйста, максимально распространите этот ролик, чтобы эта рубрика не погасла. В общем, она чтобы продолжалась все больше и больше. Итак, миссис Мэй. Мэй – одна из самых главных героев игры Shadow of Fight 2. В общем, Мэй – это подружка Тини, также его главный оружейник, то есть главного героя этой игры. Мэй – настоящая оптимистка, имеет дружелюбный характер, любит давать советы по игре, хотя эти советы порой не очень, мягко говоря. Причем этой девчонке, рыженькой, красивенькой, симпатичненькой, нельзя вообще никак отказать в этой игре. От ее помощи вот просто никак не отказаться, иначе она скажет: ну пожалуйста, 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 и ты все равно должен принять по определенным там скриптам и так далее этой игры, ты все равно примешь ее помощь. После открытия врат ее засасывают внутрь некой силой. После этого начинается интерлюдия, или другими словами, битва со всеми боссами подряд. Она также является шестым телохранителем Титана, после победы над которым Мэй становится прежней. Но перед битвой с Титаном мы должны победить еще саму Мэй, так как на Мэй действует вот это вот зачарование, или как ее правильно назвать, не знаю. В общем, она под каким-то влиянием, возможно, Титана находится в этот момент, и она на самом деле хочет нас побить, убить и так далее. И мы должны сначала победить, а потом уже победить Титана, и тогда чары Титана спадут, и Мэй станет той же веселой, милой девчушкой, что, собственно, преследует нас по всей игре. Ее оружие — это тонфа-бластеры. В конце игры она становится сама собой, и ее статус — она жива. Она по-прежнему жива, и, друзья мои, я очень жду какого-то продолжения этой истории. Наверное, все-таки это можно назвать любовной историей между Тенью и между Мэй. Хочется продолжения, друзья мои. Если вы тоже хотите этого продолжения, то давайте наберем как минимум 200 лайков. Также, друзья мои, давайте максимально распространим этот ролик. То есть просто скопировали ссылку на этот ролик, скинули своему другу, он там дальше своим друзьям. И, короче говоря, много просмотров у нас. И тогда, надеюсь, нас заметят на ЭК, примут наше мнение во внимание и сделают продолжение этой игры, друзья. Уверен, если нас будет много, то сделают обязательно продолжение этой игры. Так что, друзья, наша активность может стать ключом для продолжения этой игры. Мэй, безусловно, очень важный персонаж в этой игре, но, к сожалению, слишком много, вернее, просто много фактов каких-то из ее, так сказать, биографии в этой игре я не нашел. Но хоть что-то. Спасибо, друзья, вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни один из наших роликов. Мы будем развиваться, мы будем делать игровые истории не только по Shadow of Fight 2. А если вы хотите какую-то определенную игру, чтобы я по этой игре сделал какой-то ролик в плане истории, допустим, рассказать про историю какого-нибудь персонажа, допустим, взять игру GTA 5 и рассказать историю, допустим, Майкла, Франклина, не знаю, кого угодно, друзья, вообще напишите, про какого персонажа из какой игры вы бы хотели услышать, увидеть историю. В общем, пишите в комментариях. С вами был Макс Шубин. Всем удачи, всем пока. Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить.
Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи.